Городская каменная коробка. Почти целый месяц карантина и, наверное, при определенных обстоятельствах сегодняшний выпуск мог бы выглядеть так. О, добрый день. Месяц на карантине. Дома безвылазно. Ой, уже не знаешь, и что сказать, и что снять. А, будьте здоровы. Но не волнуйтесь. На самом деле все выглядит вот так. Добрый день, с вами Евгений Пивоваров и канал «На природе». Но непосредственно на природу мы сейчас выбраться не очень можем, поскольку уже месяц как идет карантин. Но, тем не менее, это не повод отчаиваться и это не повод для уныния. Настоящий турист, настоящий полевик всегда найдет чем ему заняться даже в такой ситуации. Я уверен, у каждого из нас есть множество снаряжения, которое надо проверить, починить, заклеить лодку, подлатать байдарку, подготовить удочки. У всех у нас есть идеи, которые мы так и не реализовали, и только они в голове где-то есть. Ну, например, там кто-то хочет организовать какой-то байдарочный сплав по дальней какой-то речке. Самое время засесть за компьютер, сделать штурманскую проводку, подумать, что можно, как бы, как это можно реализовать и так далее. Ну вот, я, например, именно во время этого карантина запустил данный канал. Хотя идеи были давно, материал, в общем-то, был. Надо было смонтировать, надо было его оформить, надо было зарегистрировать сам канал, запустить его. Для меня это, в принципе, впервые, да, это первый канал, который я создаю, и до сих пор я с этим как-то дела не имел. Вот, все это удалось сделать на карантине. Сейчас вот мы вышли вроде на регулярное, более-менее, вещание. Пока мы на карантине, я планирую глобальные какие-то серьезные ролики публиковать каждый четверг. В будущем это интервал раз в неделю постараюсь более-менее сохранять, то там плюс-минус, потому что разъезды, потому что будут походы, поездки, экспедиции, но в тот момент, когда я буду находиться в городе, я буду, конечно, стараться более-менее регулярно поддерживать. Вот. Ну а вы в комментариях к этому видео пишите о том, какие бы темы вы хотели, чтобы были освещены на канале. Вот. Дело в том, что много уже материала уже отснято и сейчас вот монтируется и будет представлено. Мне надо понимать, в какой последовательности это было бы интересно увидеть зрителям. И дальше уже как раз планируя какие-то будущие выезды, будущие поездки, соответственно, буду учитывать ваши пожелания о том, что вы хотели бы видеть здесь, на нашем канале. Ну и всем здоровья, всем удачи, берегите себя и до встречи на природе!